Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в метро 2033 Редукс. И, в принципе, ребята, сейчас мы... Где мы сейчас? Мы вроде в какой-то бункер или станции, куда-то мы сюда едем. D6 вроде, или как она там называется. Нам сейчас нужно будет найти какие-то там коды ракеты, да, чтобы потом уничтожить черных. В принципе, сейчас мы вот тут уже... Ой, сейчас мы сюда уже приехали. И у меня вроде патронов, да, тут нету. Тут есть, но не очень много. Так, фильтр нужно заменить. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Так. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ну давай. Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём, со мной. Есть, товарищ командир. Пошли. Куда нам идти? Сюда, да? Так, тут... О, можно, что это? Ага. Ну что, давай. Ребята, это я не знаю, конец это уже почти что или нет, но нам нужно сейчас вот это, бункер этот, посмотреть, что тут да и как. Давай, иди ты туда. Так, что там было? Что там было? А, нет. О, нет, все-таки можно открыть. О, ну вот, в принципе, больше тут нифига нету. Мне бы патроны нужны. А то вообще... Так, а где тут? Ага, вот сюда. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так, сейчас нам сюда, по идее. И сюда. Да? Ага. Так. Так. Тут наверху... Ну давай, я тебя уже тут жду. На экстренный случай. Раньше все строили. Думаю, система все еще работает. Так, тут больше ничего нельзя открыть или можно? По идее, вроде нет. Так, ну что, давай, иди сюда, я тебя тут жду уже. А там, что там? Это они, да, там потом? Так, ну что, давай, включай тут, что тут нужно. Патрончики бы. Сколько там у меня времени? 5 минут. Эй, мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Ну давай. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Так, ну что, поднимаемся куда-то нам. Потом объясню, что делать дальше. Нужно наверх. Быстренько бежим, чтобы это все быстро Артём! Пройти. Там должны быть 4 старчера. Так, это... Сейчас нам походу это все открыть, да? Уже, давай. Жми на кнопку по сигналу. Какую? Третья кнопка. Какую кнопку? А, во. Сейчас. Вторая. Так. Так, следующую. Четвертая. Так. Молодец. Теперь давай дальше. Первая кнопка. Это... А, вот. Ну, с Богом. Давай сюда. Так. Пытаемся запустить систему. Ну давай. Так, сейчас нам куда? Сюда нельзя пройти. Давай, что? Пуск. Ну давай, запускай. Давай же, еще раз. Ай, безнадёжно. Проклятие. Да, и все, и так уже работает, да? О, прямо как в старом добром кино. Все в норме. Артём, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Ну, пошли. Куда нам? Сюда, да, походу? Ага. Тут ничего в этом внутри нету. Или мы отсюда пришли? Или куда мы сейчас? Ну, в принципе, давайте. Свет есть уже. Вроде.
Давай, давай, давай. Поехали. Куда нам? В самый низ или нет? Давай. Ну? Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ага. А, чё противогазе-то? Если они уже сняли его, то, в принципе, не нужно. Д6. Станция какая-то, или база, или что это такое. Это что еще такое? Так, нам тут слазить, нет? Да. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Чё-то тут если можно? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Во, тут. Ну что, давай, чё там? А чё это такое? Какая-то... Не знаю, хрень. Ай, этот, наверное. Отлично, парень. Пошли. Так, тут ничего. Тут. О, в принципе, ключик. Где его тихо, открыть? Тихо. Пошли. Ну, чем? Что, точнее. Так. Вы там смотрите, что вам там нужно это все проверить. О, это можно. Так. Это нельзя тоже, как фиг его знает, что это такое. Так, нужно смотреть. Они пускай там пока что... Что они там делают? Нифига. Ну давайте, смотрите. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Это сейф, да? О. 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 Да, вот же. Железная память. Тут туча сейфов, куча этих. Должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой химии. Так, ну что, что вы там делаете, ребята? Ай да оборудовали. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй не боеспособен. Третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Ну, пошли. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Так, сейчас это что там? Ну, в принципе, это... О, это что еще за хрень? Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артёма. Ну, удачи всем. Ну, пошли. Там патронов-то нет уже почти что совсем. Упырье вымя. Сколько там? Да, но теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Чё это за хрень? Сейчас нам сюда, да? Или нет?
Так, ну пошли. Это поднять. Тут, в принципе, больше нифига. Нет, есть еще вот это. Что-то меня лагать начало. Или мне кажется. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. Чё меня лагать начало? Так, сейчас. Итак, ребята, мы продолжаем. Дьявол, лифт-то здесь. Да дверь заперта. Что-то у меня лагать начало или еще что такое? Ну ладно, в принципе. И прикрываем друг друга. Я так думаю, эту хрень нужно уничтоживать. А не, оно и так что-то вот эта хрень вылазит, тогда я не знаю даже. А вот и питомца сухумского обезьянника. Ну так оно вроде, я не знаю, будет ли оно вылазить, если мы будем вот эту хрень стрелять. Нужно тоже смотреть, если не будет, то в принципе нормально. Так. Вроде так не вылазит, как я... Ну. Давай сюда! Так. Сейчас нам куда? Чё это вообще такое? Какая-то непонятная хренотень. Мы вообще правильно, ну, в принципе, да, нам сюда нужно. Так, тут ничего нету. Сейчас, о, вот этот лифт, наверное, вот это он как раз. Тут ничего нету спрятанного чего-то. Да вроде нет. Нет, так, куда мы? Куда я иду? Во. Ну что, сейчас нам сюда, по идее. Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Раз-раз. Народ и метро, мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы зовете. Опять Чульман там что-то прикалывается. Вы приступили за преступлением. Починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом. Включаю. Поехали. Ну, пошли. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Че это там такое? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа. А там по лестнице наверх. Чё это такое? Найдите главный пульт. Дальше. Ни хрена себе. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты. Охренеть. Это. Артём, теперь держись. Чё это такое вообще? Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут ещё и газ. Нас так надолго не хватит. Так, ну давай отсюда как-то выбираться, я не знаю. Куда нам? Всякая хрень. Еще и воет там кто-то, опять и те, походу. Так. Вот и вовремя. Проклятие. Охренеть, какая-то непонятная. Сейчас вот нам сюда походу. Еще воет там кто-то, вообще охренеть. Если не вот эти, то еще там и другие будут, да? Так, тут можно что-то. Тут вроде больше нифига и нету, да? Что можно открыть? Так ты куда? Ты куда вообще ушел? Лестница, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Ты только сейчас туда дошел. Фух. Вот это патроны бы на эту пушку. Охренеть, что это такое? Артём, ключи. Давай ко мне. Я вообще-то тут уже. Ну давай, пошли.
где ж у него кнопка? А. Так. Кто бы сомневался, товарищ полковник. Это где там еще? Там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Но что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Это хрень. Воу. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Короче, нам нужно ее походу уничтожить, чтобы запустить реактор. Система ручной активации. Гидравлика. Потому что она не дает. Что такое? Черт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, я отвлеку эту тварь. Ну пошли, ну, туда. Сейчас сюда. Или никогда. Так. Ух, охренеть, там всякое. Так, о. Так, сейчас нам куда... Ты чё за хрень? Так, сейчас нам куда? Чё-то я не... Сюда, да? Ну еще плюется всякой хренью там. Так. Кран какой-то. Еще сейчас им управлять нужно. А как это сделать? Ага, все, более-менее так понимаю, что нужно. Это подцепить нужно, ну как, куда потом это все убрать, или просто под... Достигнута контактная зона. Ну давай, 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 чё, а что нам нужно? Просто поднять это, да и все. Внимание, извлечение сдержки. Есть половина мощности. Ага, оно само это все делает. Так, давайте тогда сразу вот это. Да харе уже сплюваться вот этой. Достигнута контактная зона. Ну давай. Внимание, извлечение сдержки. Давай. Отлично. Харе плюваться вот этой. Так, еще вот это. Достигнута. Достигнута контактная зона. Давай. Внимание, извлечение стержня. И все, да? 100%! Сейчас, ребята, минуту! Че это? Просто назад идти? Че мне делать? Ага, чтобы выйти, это зона выхода, да? Ну давайте выходим отсюда. Так, сейчас спускаться, да? Так, сейчас походу просто назад бежать, да и все. Бежим. Хрень какая-то. Будь оно неладно. Лифта мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Давай, иди ты. Вернемся уже позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Ну пошли. Так, это чё? Угу. Это тут больше ничего. Ну все, давай, поехали. Куда нам? Звуки там. Ну, на кнопочку. Кто-то нажмет. А, можно снимать. Под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Ну пошли. Ты только оглядись, Артём. Чем? Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силу. Охренеть. Мы сможем огнем и мечом отвоевать твое место под солнцем. С
снова стать повелителями Земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Пошли. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Ага, все, это уже сейчас будет финальная миссия. Дадим координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Ну, пошли. Походу уже все, финальная сейчас миссия будет. На башню забираться. Фух. Артем, бери систему наведения. Во. Да, это финальная миссия уже сейчас. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Менником выбрались на поверхность, у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Ассасинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Ну это как бы то, что было в финале, да, показывало, что мы там возле башни стояли, и там куча всяких монстров на нас напала. Это, в принципе, вот сейчас и будет. Во-во, как раз это место. Ну, в принципе, ребята, я так думаю, сначала давайте уже, в принципе, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.